Хайо, гайз, с вами Шимиги, и мы продолжаем проходить игру по названию Borderlands, и это DLC у нас Zombie Island Dr. Net. Или Z, подождите. А, Net. Этот робот убил, короче, этого робота, который типа стал зомби. Так, ладно, у нас здесь есть миссия на этом острове, да, Jacob's Cove. Как далеко? Окей, в принципе, это очень близко. Побежали тогда. Сразу это все сделаем. Я думаю, что нам осталось, в принципе, не так уж и много, потому что одну локацию мы с вами завершили. Так, одну часть забрали. Следующая в городе. А, это все? Да не, как-то быстро тогда. Так, а... Блин, чё-то... А, там я не заберусь, ладно. Что-то я тут запутался немного. Сверху? Сверху нету. А, вот оно что. Так, а мне нужно для класса своего. Нихера себе, требуется класс охотник. Охотник, класс, солдат. А где мой модификатор? Лям. Это много. Ну ладно. Требуется 40-й уровень. Знаете, здесь уже оружие пошло такое нормальное, поэтому... Так, подождите, а у меня поскольку револьвер? Так, продать. Шоковый херь. Продать. Взрывчатка. Я не вижу смысла, хотя электрическая пускай будет. И куплю, наверное, ревик. Да? Да. Так, и поставлю его сразу. Место, я даже не знаю. Давайте место снайперки. Нормальная, ладно, пушка. В принципе, как у меня была в какой 25-й, да, кажется, серии. Так, все, опять на рестарте. Так, у нас осталось еще две миссии. Москнеду и опять за старое. Это локация, которая у нас еще одна осталась, походу. Так, здесь я смогу попасть? Блин, а там же у нас закрыто, да, все? Значит, только сюда. Маневрируем в полете. Вот черт. Ладно, главное, что я не самый не супал. Если эта пушка сейчас будет... Вот видите, оно немного расплывчатое на экране отображается. Вот когда под деревьям, да? Тихо. Оп. Все, идеально. Просто бегать далеко. Да, обидно то, что у меня не все как было, потому что на ревике у меня там было 120, кажется, с лишним патроном. Давайте попробуем на зомби. Ваншоты. Да, это ваншоты. Не вижу смысла юзать ее на врагов. Так, а я медленнее, да, с ней бегаю или нет? Да кажется одинаково. А, не суть. Во-первых, посмотреть, что это. Это канализация, понял. Это местный туалет. Местный туалет. Намного времени сокращаю себе, прежде чем вот это убивать каждого. О, еще получил. Наемный убийца. А опыта мне вообще почти не дают. Мне нужно там лям с чем-то, но... Здесь почти опыта вообще нету. Это жесть. Ладно, Lamp Yard. Lamp Yard. Блин, вода уже закончилась.
Нужно будет сходить, набрать себе еще. А то я больше серии другие не смогу выжить без водички. Найдите болвана. Не парень свой нежно тельце, а толпы могут слухать. Так, это что? Опять за старое? Это оно? А, это нужно ходить искать? А почему мне туда вообще показано? А ну-ка, стой, Скаги. Вы не поверите, что случилось со мной. Машина Стардания сломалась. Я знаю, это... Который сказал, что хе-хе. Нашел этот город, и там вроде зомби заполнили весь лес. Он, кажется, хороший старик. Так что я решил ему помочь. Ведь кроме него мне больше некому было помогать. Ведь так? Даже лучшего стрелка могут ранить. Поэтому следите за состоянием своего щита. Так, это у меня отпрыгивающий, да? Меняем на поджигательный. Щит. Со щитом у меня мега... Да вот так кину. Блин, а я ж могу бомбу купить. Да? Стоять. Хорошо вооруженный противник. Купите себе достойную пушку. Достойную пушку? Все это фигня. Скаги. Скуки. А как он машину назвал, я? Тварь. Что-то их слишком много, мне кажется. Нужно брать оружие получше. Бам. Ладно, давайте лучше в разнос. Блин, ну что, мне за это вообще опыта не дают, вот это плохо. Вон еще бегут, вон еще бегут. Так, ладно. Пускай перезаряжается. Что мне нужно сделать? Ага, так, записи есть у меня, вот эти голосовые. Доктор Нет, как можно быстрее. Выпусти меня, лифт. Как можно быстрее, это не то. Мерзость. Резан по горлу, Фрэнки Билл. Билл, доктор Нет, продолжай жить, хочу. Идем. Операция. Open Jack, выслуга транспорта. Почти. Прости за ожидание. Я знаю, ты сделал правильный выбор. Помоги ему, с ним все в порядке. Короче, ладно. Разберемся по ходу. Вот чё. Ну, пока зомби одни и те же. Может, еще новенькие виды будут. Торг сочетает в одном оружии высокую убойность. Так, стоять. Убойность ты. Силу, скорострельность и амортизацию отдачи. Здесь ничего больше нету. Да нет, ничего больше не вижу такого. Просто они, походу, здесь везде раскинуты. Эти записочки. Ну, не записочки, а их устройство. Ой, ты ж, ё-моё. Тихо. Готово, там еще бежит. Тебе уже... Тебе нужен бинт? Зомби, бывает, могут глубоко поранить.
Я ведь доктор, в конце концов. И если тебе ранят, облегчит твою боль, но ты раньше умрешь, чем свой нос. Коварные планы. Так, испытание выполнено. Что там внутри? Куда я вообще пошел? Где я? Так, это я обратно, да, иду? Так, это Ревик. Ревик мой лучше будет. Ладно, тогда идемте просто вперед. Патроны для Ревика. Патроны, патроны, патроны. Какие-то отходы. Да, лучший способ убить зомби — взорвать ему мозг. Думаю, эти бочки тоже взрывоопасны, поэтому я их не буду трогать. Нафиг оно мне нужно. О, здорово. Опять за старое? Сукин сын. Это чертов цифровой нафигатор. Просто ужасен. Он предлагает мне идти сквозь гору. Что мне? Что мне сделать, чтобы пройти сквозь нее? Секретный проход. Ох, ах, нет, не могу перепрыгнуть через нее. Черт, что? Минуточку, ненавижу тебя, цифровой навигационный модуль. Ладно, бежим дальше. Убивай стареньким способом. Ой, там эти попрыгали. Психи. Бам, бам, бам. О. Готово. Мне опыт вообще, да, походу, не дается? Ну, дается, ну... 47. Но он должен хотя бы немного заполнить сало. Вы что, гоните? Походу, когда я себе уровень апнул, что-то сломалось в этот момент. Ну, как бы да, оно пишет, что мне что-то дается, но этого не видно. Так. Так, там еще толпа бежит. Бум. Ух ты ж, ё-моё. Хорошо, что здесь больше... Я тут же... Я тут жру перчатки, хочешь одну? А черт, погоди, я совсем забыл, что у тебя не пытаюсь... Так, вытащить, теперь не должен делиться печеньком с каждым, кто там тусуется, верно? Эй, ты не в курсе, зомби любят печеньки или что? Что? Любят ли зомби печеньки? Так, я хоть туда иду, мне интересно. Скаги. Так, побежали. Которого еще машина там что-то сломалась. Мне кажется, вот это место большое, да? Нихера себе! Так, а ворота открыть, которые мне нужны, это что? А, это туда, хорошо. Значит, я правильно иду. Кажись, я иду правильно. Найди болвана, простофилю, слабака, дурака. Чувствуй это. Так. И куда же мне путь держать? Да, это какая-то лесопилочка. Так, с правой стороны. Так, минус, минус, минус. На 360, где? Так, готово. Так, я же правильно иду, правильно. Так, там еще одна записка. Эхоустройство. Вот этих я буду, короче, отстреливать, а этих просто бить. Так, обходов больше нету? Больше нету обходов, все.
спасибо. Доктор, опять за старое. Гарри. Ладно, вы ведь знаете, что призраки всегда оказываются какой-то старик с маской на лице? Я думаю, что это зомби. Носят маски, поэтому я делал то, что и делал, или умели лучше всего. Прятаться. Скаги, опа, кажется, я слышал что-то не лучше. Заканчивать, не волнуйся по поводу меня, ведь они не догадались искать меня в бочке, верно? Скаги. Знаете, это чем-то мне напоминает Скуби-Ду почему-то, потому что после слов... знаешь, как в нашем деле всегда какой-то призрак оказывался старик в маске. Я думал, что это тоже зомби, но оказалось это не так. Ну, короче, да, это Скуби-Ду. Отсылочка к Скуби-Ду и машине тайн, походу, тут было. Так, Ревик. Мне нужен патрон для Ревика. А куда мне идти? Я могу здесь, в принципе, спрыгнуть? Нет, не могу. Ворота, все нашел. Отбиваться. Вот черт. Ну, они не такие жесткие, поэтому я не думаю, что. Чего? Они точно поднимаются, ворота? Ребят, там ворота поднимаются точно? Рабочие. Да ладно. А это нормальный? Ну как нормальный? Псих? Но это не плюгун. Если не плю... А, лифт опуст... Опа. Все нормально. Я еще в безопасности. Тихо, сюда иди, малой. Так, слишком их много. Слишком зомби много. Тихо, там два мужика с бочками идут. Бум. Тихо. Ха. Оу. Нихера вы. Настырненькие. Все? Лифт. Мост Идена. Да-да, ночь живого Неда. Вперед. Так, все перезаряжено, все. Двигайся дальше, не привяжу, я расспрашиваю все на шаг шага. Так что мне было весело. Мне было весело, хорошо. Так, у нас два пути, лево-право или прямо. Прямо нету прохода. Нам только налево, а что здесь? Кажется, здесь ничего, но тут есть зомби, потому что я вижу щель, откуда он может вылезть, поэтому нахер оно мне нужно. Идемте дальше. Так, бочки, зомби, раз. Зомби, зомби. Так, плевун. Я звик. Так, еще вижу что-то. Поехали. Бомж, убит. Все, побежали. Давай, давай, работай. Ножками. Убийство зомби не похоже на то, что другое. На что-то другое. Стив, я охотился на многих существ. Скагов, крабочервей. Однажды вставил на след мотака. Эти мозговые выглядят круто, но на самом деле они не такие сильные. И все же я рад, что... Стив! Хайло! А лес просто кишит этими зомби. Притом, чем дальше, тем их больше. Уже пошли не... уже нашли доктора, что... Тихо, не вставай. Они прямо из подо мной встают. Тихо. Ну, блин, это, знаете, и не скажешь, что босс, потому что у них нету хилпоинта.
Акаги. О, воу, воу, воу. Я ковбой. Ничего не знаю. Сколько вас? Ладно, сколько тебе заплатить, Джакобс? Я мог бы увидеть цену, но я беден. Я потерял все непроизводительство этих чудовищ, чтобы они зарабатывали деньги для меня. И пока я пытаюсь понять, где ошибка, нелегко мне. Так, убить доктора Неда, окей. Похоже, это у нас last миссия. Я выполню ее сегодня. Ладно, давайте тогда пошустрее туда, думаю, побегу. Черный зомби. Сзади главное, чтоб не напал. Так, вижу ворота к нему. Тихо. Хорошо, хорошо, ты заметно проредил мою армию мертвых. Но какие же такие они красавцы? И ты их убиваешь? Они снова мертвы, и тут шепчу заклинаний, и они все снова живут. Мертвецы снова доставляют проблемы твоей заднице. Это Дрик Смолвин. Корпорация Джакобс прослала меня в всемирно известный искатель-хранилища, старшим вторжение, землю Джакобс и Кав. И хотя эта работа не соответствует уровню моей репутации, по-моему... Ой, блядь, пизда. Нужен новый... пиджак из леопарда. Мой план составляет в том, чтобы поразить этих ублюдков прямо их большие небольшие и не стремящиеся к выживанию. Сердце, которое... так, который час? 8 часов? Здорово, с этим делом не должно быть проблем. И я успею на маникюр в 9. Короче, ребят, это людишки, которые притворяются нами. Как я понял. Так. Последняя где запись? Там, да? Ох ты ж, ё-моё. Так, а куда мне стрелять нужно было? А, в голову, я понял. Итак, теперь ты заставил меня нервничать. Если мне придется подняться из... подняться из постели, чтобы убить тебя... Да, это эхо-коммуникатор, и в постели, и что? Так, мне это не нравится. Тихо. Бам. Бам. Ой-ой-ой! Ладно, все, идем просто вперед, не обращаем назад. Главное не замедляться. Так, поехали. Тихо, просто зомби крушим. Все, вы мне ничего не сделаете. Почему тут так много места? Кровь! Да, кровь. Еще. Блин, и сзади уже. Короче, они бесконечны, да? Так, побежали туда, я не знаю, что там, но я вижу там много свободного места. Скорее всего, там будет сундук. Хороший сундук. С вероятностью 89%. Ноль. 0%. Хотели? Хотели. Я знаю, знаю, знаю. Но там был обязан быть сундук. Так, ульта отрендерилась, все. Отрендерилась, да. Рендер ульты. А если я взорву? И что, там ничего нет? Жаль. Жаль, обидно. Теперь меня эти псины будут окружать. Удачный выстрел. А, как
Что? Я подумал, он сейчас снова восстанет. Я подумал, им нужно уничтожить головы. Ну, знаете, типа оборотни, слабое место голова. Разлетается голова. Так, куда мне идти? Мне нужно понять, куда мне идти. Все, я увидел. Все, я иду туда. Я туда лечу. Перезаряжусь сразу. На реве классный. О боже, Стив мертв. Не могу поверить, что его больше нет. Мне его не хватает. Кажется, я слышу его. Хей-о! Сейчас. Хей-о! Что это? О! О! Ангелы! Стив! Здорово, дружище! Я думал, ты погиб! Что это? Ух ты, почему обнимаешься? Я тоже, друг. Иди сюда, я люблю. Да, тебя. Окей, так. Эта миссия у нас закрыта, да, получается? Да, все. Поехали. Мел. Может, это ли... Подождите, лесопилка. Ну, кажется, то была лесопилка, да? Или нет? Ну ладно. Большое место. Ох, я вижу место, где будет босс. На, так и говорят, закупайся. Поэтому я закуплюсь. Херь. Электричество, херь. Знает, что вас ждет в хранилище. А вот, вот это можно будет взять. Как следует. Хотя у меня на огонь тоже, да, стоит? 40. Пульт может повышать точность. А, у меня больше урона, все. А я могу лучше патроны куплю, тогда и пойдем, да? У нас вы найдете лучшие пульты. Так, мне нужна для револьера. Ревак, куплено, все, погнали. Я готов. Ну что ж, ты понял меня из постели? Сейчас я... Я толю один из своих тапочек, и я люблю их носить, и мне... А, о! Вы можете пробираться, нихера себе. Втихаря никто не нападет на меня. Бомба. Так, туалеты. Смотрим, потому что мне кажется, это последняя серия. Это 100 пудов последняя серия из-за того, что мы сейчас будем убивать Неда. Так, патроны. А мне дадут какие-то редкие орудия? Нет? Вообще ничего не дадут? Обидно. Ты пахнешь как попкорн. Теперь я в бешенстве, доктор Нед. И? Все, изи. Это еще не конец. Оживший Нед. Ё-моё. Что сейчас произошло? Окей. Так. Похоже, это был не босс. Мне предлагают туда вниз, да, спрыгнуть? Окей.
Против зомби работает огонь, поэтому погнали. Ух ты ж, ё-моё. Что это за место еще такое? Убить доктора Неда опять. Тихо. Пипец, он куда-то пробрался вдали. О, нифига себе, лужица крови. О, я вижу выход. Зомби Нет. Нихера себе, сколько у тебя хп? Он был прямо подо мной! Он прямо подо мной! Он еще со мной! В моих магазинах новый товар. Тихо, 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 я понял, понял. Ревик. Он под водой. Видно вот по следам его. Давай, давай, власть, я тебя стрельну с ревика и убью, все. Я понял, что моя пушка, это пулька наносит тебе мало хп. Оп. Ладно, давай, подеремся. Я не могу попасть. Убит. The Zombie Island of the Dr. Ned. Блин, а вот херово, мне опыта вообще почти не дали, 117. Искатели хранилища остановили злобного доктора Зеда. Я думал, что его зовут Нед. Да-да-да, скажешь, о чем это я? Как скажешь, о чем это я? Ах да, так вот, доктор Нед был оставлен. Большое спасибо за эту храбрых искателей хранилища. Тебе что-то не очень верится, что? Ах ты! Спать, мелюзга. Спокойной ночи. Маленький засранец. Все. Вот конец DLC. LLC. 10к? И оно все равно ничего не отобразилось, да? Серьезно, и ничего не дали больше. Эх, ладно. Так. Так, хорошо, что мне нужно теперь? У меня больше миссий нет, да? А, опять за старое. Вернуться, сдать миссию, и считайте, мы с вами прошли. Дал цешку. Да? Да. Обидно, конечно, что нам больше ничего такого не дали. Что-то все миссии. А что было связано с мозгами? Ну не могли быть мозги просто так, я думаю. Они же давали, должны какие-то были дать нам миссии за это. Нет? Ладно, сейчас вернусь и проверим. О, мне открыли сокращение пути. Ничего себе. Прикольно. Не, если сейчас еще будут какие-то миссии дополнительные. В принципе, можно в этой серии сразу все и выполнить, и закончить. Да? Здорово. Нет, все. Забрать украденную еду, но это с обычки. Да, похоже, все. Значит, то, что мои сги падали, это просто так было. Ну что, давайте тогда прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до встречи, друзья. И следующая DLC у нас будет немножечко поприкольней. Там, где нужно было 31 уровень. А потом мы вернемся к DLC, где нужно будет 15 уровень. К третьему. Будем все выполнять по порядку. А за DLC с Мукси я даже вот не знаю. Ладно, всем удачи и всем пока.
Hey guys, да, я еще немного решил полазить в DLC. И кое-что я заметил, что мы ходили только в эту сторону, да? Туда. Но мы не ходили еще сюда. Поэтому погнали. Ой-ой-ой. Тихо. Опыта вообще не дают. Хотя бы опыт давали. Но зомби тут что-то точно охраняют. Так, главное не заблудиться, правильно? Правильно, хотя бы я и думал, интересно. Блин, туда? Да туда, тихо. Отбиться нужно. Тупой зомби, тупой зомби. Я бы, конечно, не против взять просто пушку их всех нахер расстрелять. Но я думаю, смысла не будет, только потрачу патроны. Все, ладно, погнали. Ты их тут бесконечно. ТКС лэг. Нога ТКС. Да, все-таки здесь что-то еще, оказывается, было в DLC. Ну, если что, я тогда с последней серии ее соединю. А, не открывается. ТК жив. Это протез ноги ТК Бахи. ТК Баха должен быть где-то рядом, найдите его. Мозги. О, я уже тебя увидел, челик. Давай деньги просто пособирай, не знаю зачем. Здорово. ТК Баха жив в какой-то мере. Бедный парень превратился в зомби, и теперь он твердит только о мозгах. Возможно, вы сможете облегчить его страдания. Мозги, мозги, мозги. И нужно собрать мозги. О, это... Здесь тоже открывается? О, это... Или нет? Что это за место? Ну, в принципе, я знаю, как добывать здесь мозги, просто убивая зомби. Поэтому давайте я его убью и посмотрю, что из этого получится. У, я тут это... еще нашего одного друга нашел. Чё? Хапучи. Он умеет шаровыми молниями пуляться. Воу. Прикольненько. И что в тебе? Громовая пушка. Вот гранаты это хорошо. А, давайте-то собирайте сраные 5 мозгов. Да, еще не из всех они падают. Окей, я, короче, бегу к нашему ТК Бахе зомбяке, чтобы отдать ему мозги. Суп из мозгов, сэндвич из мозгов, пирог с мозгами, пирожные с мозгами, пончики с мозгами, яички с мозгами, сбитые. Берем мозги. Выдали ему мозги, похоже, его сейчас вытошнит. Мозги, мозги. 25 мозгов. Еще нужны мозги. Окей, 25 штук, идемте дальше. О, он пожирает их. Приятного аппетита. Ладно, давайте еще поищем. Ого. Его только что вырвало? Он нам вырвал пистолет? Ладно, давай потом... Окей, давайте еще поищем. Повыбивал, короче, мозги еще. Только... На, мозги. Мозги! Ой, боже. Не, я дальше не буду выполнять. Там, похоже, просто по увеличению. Сейчас чихну. Вырвай мне оружие, давай. Эй. И где оно? Слышь, я...
Серьезно? Иначе я тебе добыл мозги, он их вырыгал, а оружие мне не дропнулось. Сранец. И вы не убить. Ладно, давайте тогда на этом закончим, я это где-то вставлю в конец уже видосика, да, и ладно, тогда всем пока. А следующий DLC сейчас уже и будет.